Телерадиокомпания «Кунгур» совместно с магазином «Мировой инструмент» представляет информационную программу «Город новостей». Здравствуйте, это «Город новостей», в студии Игорь Конюшков. Последние события из жизни города в материалах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. Лечение пошло на пользу. А так-то чего вот здесь мазь прикладывают, зачистили, вырезали все там. Продолжаем следить за историей бомжа Саши, который больше 3 месяцев прожил на теплотрассе. Ударим лопатами и металлами по мусору. Без помощи и поддержки жителей мы весь город не приведем в порядок. Это нереально. В городе стартовала акция «Чистый город». Юбилею посвящается. Он мальчик шустрый, озорной, а рюкзачка, да просто рюк, решил он взять в поход с собой. Коллектив детского сада номер 13 создал учебное пособие для малышей. Моя первая книга о Кунгуре. Далее обо всем с подробностями. Мы продолжаем рассказывать историю бездомного человека Александра Мелкозерова. На протяжении 3 месяцев он жил на трубах теплотрассы. От такого образа жизни мужчина получил травмы ног и перестал ходить. Месяц назад, благодаря нашей телекомпании, медикам скорой помощи его доставили в стационар Кунгурской больницы. За прошедшее время лечение бомжу Саши было на пользу. Он начал ходить, но о полном выздоровлении говорить пока рано. Мужчине требуется пересадка кожи на ногах. Напомним, за те месяцы, которые Александр провел на улице, он получил сильнейшие ожоги от труб теплотрассы. Дальнейшее его лечение врачи планируют провести в Перми. Вот я говорю, в Пермь хотят как отправлять. А так-то чего вот здесь мазь прикладывают, зачистили, вырезали все там. За время лечения Александра уже успели посетить работники социальной защиты, ведь после выписки он вновь окажется на улице. Куда конкретно пристроят бездомного, говорить пока рано. Все зависит от того, с каким диагнозом его выпишут из больницы. Ну, они как бы сказали, мы, говорит, не прощаемся. Будем звонить, как тебя выписывать будут. Мол, вот самое. Ну и куда перспективы? Встретим, и, говорит, в эту Березовку. Давай, говорит, мы тебе пенсию сделаем и самое в интернат для этих. 310 муниципалитетов, двухдневная работа, конкретные решения. В Усть-Качке прошел 7-й съезд Совета глав муниципальных образований Прикамья. Губернатор Виктор Басаргин обозначил руководителям на местах правила, по которым им необходимо работать. На встрече побывал наш корреспондент Денис Алферов. Первая встреча губернатора Виктора Басаргина с главами всех муниципалитетов состоялась в июне прошлого года. За 10 месяцев, прошедших с тех пор, глава региона смог лично оценить ситуацию практически во всех районах Прикамья, отдавая конкретные поручения по итогам каждой поездки. Сейчас Виктор Басаргин формирует такой перечень в отношении Кишерского, Суксунского, Ардинского и Уинского районов, которые он посетил на этой неделе. Указание, которое касается всех без исключения районных глав, Виктор Басаргин озвучил на 7-м съезде Совета муниципальных образований Пермского края. Задача сегодня – по всем объектам капитального строительства иметь консолидированную генеральную схему. Мы должны понимать в разрезе каждого муниципального образования, что будет на его территории. Чтобы у нас не было такого, что мы сегодня, ну, пусть простит меня Чердынь, планируем там объект здравоохранения за 400 миллионов рублей, а вчера заходим в один из объектов здравоохранения, который вообще... Не знаю, простоит ли еще пару-тройку дней. В генеральной схеме должны быть увязаны строящиеся объекты по всем направлениям. Детские сады и школы, дороги, жилье, в том числе социальное, газопроводы. С указанием сроков их ввода в строй. Хватит закрывать дыры, работать нужно системно, обратился губернатор к главам. Слово взял председатель совета Александр Кузнецов. Он сообщил о ряде решений 7-го съезда, в том числе в отношении прямой обязанности районных и городских властей. Рекомендовать главам муниципальных образований заключение соглашений с общественными организациями, представляющие интересы многодетных семей, о взаимовыгодном сотрудничестве и совместных действиях по реализации закона Пермского края номер 871 ПК о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. Уверен,
что она поможет выполнить постановление, поставленные задачи в намеченные сроки. Появится у глав и своего рода настольная книга, которой они должны будут придерживаться. Краевые власти, по заверению губернатора, подготовили контрольные цифры по развитию каждой конкретной территории Прикамья. Это будет система показателей, то есть тоже за что, собственно, можно спросить главу. Система показателей связана прежде всего с выполнением указов президента Российской Федерации. Все, что касается повышения заработной платы, это показатели по объемам жилищного строительства, это показатели по развитию сельского хозяйства, по выделению земельных участков для многодетных семей, ну и ряд других, которые будут характеризовать развитие того или иного муниципального образования. Вторая часть заседания была посвящена выступлениям глав муниципальных образований, которые высказывали предложения о реорганизации и нововведениях в разных районах Прикамья. Мы сегодня работаем над вопросом создания Березняковско-Соликамско-Усольской агломерации. Почему? Агломерация предполагает в себя достаточно большую концентрацию населения, большую концентрацию производств, тесные экономические связи, политические связи и духовные связи. А наши четыре района, это Березники, Соликамск, Усолье и Соликамский район, практически взаимосвязаны. Между ними расстояние от 15 до 20 километров. С предложением об объединении поселений также выступила глава Кишерского района Тамара Конопаткина. Мир меняется, и мы понимаем, что сегодня, значит, одним поселением, которое, допустим, вот 600 человек, где вот у нас в Кишерском районе произошло, в 2013 году у нас происходит объединение двух поселений. Мечинского поселения, в котором всего 676 человек живет, с Осинцевским поселением, там уже 1800 человек проживает. А Черноярское поселение, там тоже где-то 670 человек, объединяется с Кишерским поселением. Проживает в Кишерском поселении, допустим, 5900, то есть уже 6000 населения. Больше становится поселение. И когда, ну, то есть и доходная часть увеличивается, снижаются затраты на содержание органов местного самоуправления. Седьмой съезд Совета глав прошел в преддверии Дня местного самоуправления. Это новая российская знаменательная дата – 21 апреля. Губернатор Прикамья имеет прямое отношение к его учреждению. Будучи министром регионального развития Российской Федерации, Виктор Басаргин по поручению президента определил дату и подписал соответствующий указ. Денис Алферов, Вячеслав Алексеев, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Сделаем город чище. В Кунгуре стартовала ежегодная акция «Чистый город». Как и в прошлые годы, власти Кунгура призывают жителей выйти на субботники. Акция продлится чуть больше месяца. В этот период наибольшее внимание будет уделяться жителям частного сектора, а точнее тем территориям, которые закреплены за каждым из владельцев частных домов. Хочу напомнить всем владельцам частных домов, что они обязаны на закрепленной за ними площади земельного участка поддерживать чистоту путем ежедневной его уборки. Учитывая опыт прошлых лет, организаторы призывают жителей города не складировать мусор на обочине, а выделить для этого одно специальное место. Как и в прошлые годы, на вывоз мусора в городе выделена специальная машина. Для того, чтобы пригласить мусоросборщика, достаточно позвонить в управление городского хозяйства. Все звонки от населения записываются. Делается это для того, чтобы ни одна просьба не осталась без внимания. Единственное условие акции – масштабный мусор в виде старой домашней мебели, бытовой техники, строительного мусора и одежды машина забирать не будет. Мы в этом году запускаем группы и будем вылавливать тех кунгуряков из неизвержения, которые понимают акцию «Чистый город», понимают, как надо прибраться в своем доме. И все то, что будет вынесено на обочину, мы это все будем с поличным вычислять. И через мирового судью и через полицию, да, то есть составление актов, будем привлекать очень большим серьезным штрафом. Без помощи и поддержки жителей мы весь город не приведем в порядок. Это нереально. До конца июля этого года в Кунгуре должен открыться многофункциональный центр. По замыслу чиновников в нем можно будет оформить справки и заказать документы из всех муниципальных инстанций в режиме одного окна. Говоря проще, все документы в одном месте. Первый заявленный срок открытия центра был назначен еще на декабре прошлого года. Тогда было запланировано, что филиал многофункционального центра будет финансироваться за счет средств города. Позже краевые власти решили взять центр на свой баланс, поэтому сроки открытия сдвинулись. А в данный момент прорабатывается сметная стоимость работ, которые необходимо провести для того, чтобы этот центр открыть. К июлю месяцу у нас открытие такого многофункционального центра в городе Кунгуре состоялось.
Параллельно ведется работа по подбору кадров. Открытие многофункционального центра – это дополнительные рабочие места в Кунгуре. На сегодня известен и точный адрес. Располагаться центр будет на улице Советской, 26. Планируемый режим работы с 8 утра до 8 вечера, с понедельника по субботу. Развивающая книга для дошколят. Коллектив детского сада номер 13 создал учебное пособие для малышей «Моя первая книга о Кунгуре». Сейчас педагоги готовятся к семинару, на котором расскажут, как правильно обучать по ней ребят. Идея создания детской книги о Кунгуре впервые возникла у научного руководителя 13-го детского сада. Коллектив предложение поддержал. И в течение года воспитатели вместе с детьми трудились над ней. Основная цель книги – воспитать в детях патриотические чувства к родному городу. Современные дети, они все-таки большей частью выращены на компьютерных играх, на мультиках и так далее. Книги читать, ну, к сожалению, очень мало любят. И поэтому наша задача была самое главное, чтобы это было интересно, увлекательно и понятно им. Герои книги – мальчик Кунгурик и его друг рюкзачок Рю. Они путешествуют по городу, изучают его историю и архитектуру, узнают интересные факты. После каждой главы есть задания, которые помогают детям закрепить полученные знания. Он мальчик шустрый, озорной, а рюкзачка, да просто рю, решил он взять в поход с собой. Педагоги 13-го детского сада активно используют книгу на занятиях с малышами. Сейчас дети вместе с воспитателями готовятся к осеннему семинару-практикуму, на котором соберутся педагоги дошкольных учреждений со всего Кунгура и Кунгурского района. На нем будет представлена книга уже с методическими указаниями. Далее блок рекламы, а после вы увидите. Обратите внимание, из-под растаявших сугробов стали видны вот такие вот конструкции. Как спасти кустарник от зимы? Ответ знают городские коммунальщики. Рубрика «Мелочи жизни». Первый юбилей. Нет на свете лучше и добрей, если поликлиники врачей. Детская поликлиника празднует свой 5-й день рождения. Народный мастер Пермского края. А если опыта в руках нету, то его не притворить. Поэтому постоянно работа, работа. Кунгурский камнерез Николай Грехов получил почетное звание. Теперь вы можете приобрести Toyota Camry от 969 тысяч рублей или в кредит по специальной программе Camry Garant от 5900 рублей. Весна! Цены тают! В магазинах Optima до 18 апреля. Краска для волос L'Oréal Paris Casting Крем Gloss за 179 рублей. С нежностью Optima. Сезон автомобилей УАЗ 2013 года открыт с выгодой до 55 тысяч рублей. 240-50-60. ДАВ-АВТО. Территория автомобилей. Магазин «Автолига» доставляет запчасти для иномарок. Срок от 1 дня. Для всех легковых автомобилей. Расходные материалы всегда в наличии. Магазин «Автолига». Улица Строителей 8. Поселок Машзавода. Магазин «Каскад» на улице Советская, 15А. Приобретайте этой весной мотоблоки, велосипеды, скутеры и лодочные моторы. Выбирайте в магазине «Каскад» бытовую технику. От телевизоров и DVD-плееров до холодильников, газовых плит и стиральных машин. Магазин «Каскад» рядом с Соборной площадью. Наш телефон 211-74. Теперь вы можете приобрести Toyota Camry от 969 тысяч рублей или в кредит по специальной программе Camry Garant от 5900 рублей. Махнем не глядя! Старое на новое! В корпорации «Центр» заберем старую технику в счет новой! Оформляй рассрочку на 25 месяцев! Получай компенсацию за старое целых 3 взноса! И встречай новую электронику дома, не заплатив ни рубля! Накопительная часть, пенсия, ничего не понимаю, а ты как? Отлично! Мама привела в стратегию, там все понятно. Теперь я спокоен за будущее. Советую. Стратегия? Это хорошо. Вступаю. Это город новостей, продолжим выпуск.
Как спасти саженец кустарника от суровой зимы? Решение этого вопроса увидел сегодня Марат Борисов в эфире «Мелочи жизни». Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Интересную вещь мы сегодня увидели в парке воздухоплавателей. Обратите внимание, из-под растаявших сугробов стали видны вот такие вот конструкции в виде двух палок и специального материала. Для тех, кто не знает, объясню, что это такое. Таким образом, городские коммунальщики защитили кустарники от лютых морозов. Молодцы, конечно, молодцы. Очень даже здорово. Зато они не замерзнут и будут летом процветать. По большому счету это мелочь, ведь ничего сложного в этом нет. Но благодаря этой мелочи в этом году сквер станет еще краше. Мы уже хотели уехать из сквера воздухоплавателей, но не тут-то было. Обратите внимание, на всех опорах ограждения имеются вот такие вот фигуры в виде теплового аэростата. Но на одной опоре такой фигуры сейчас не хватает. Украли. Это ребята вот точно такие же, которые здесь вот везде на стенах пишут. Я бы думаю, где-то милиции бы заняться, кого-то подкараулить и заставить родителей заплатить. Вот. Это будет правильно. Хотя бы одного поймать и заплатить. Или который рисует, пусть за краски вот сколько вымазали, или заставить вымыть. Мне, как жителю Кунгура, если честно, обидно. Ведь мелочь – это хороший пример того, как одни стараются во благо, а другие это благо портят. Люди, которые ходят по улице Ленина, наверняка за эту зиму запомнили вот эти ступени. Особенно те люди, которые с этой лестницы упали. Ну, бабушка вот здесь придет и поскользнется, упадет, себе что-нибудь сломает. Погода сейчас подходит для того, чтобы здесь установить нормальные перила. Как говорится, готовь сани с лета. И мелочь эта, несомненно, нужна людям. Рубрика выходит при поддержке компании «Фабрика окон Нагорный». Акция «Немецкий профиль» по цене российского. Телефон 2-36-36. Игры на железнодорожных путях под запретом. В городе начался месячник безопасности против нарушений на железной дороге подростками. По статистике, пик таких нарушений приходится на период с апреля по июнь и с конца августа по сентябрь. То есть на то время, когда погода уже или еще теплая. В эти периоды подростки от 10 до 15 лет отправляются пакостить на железную дорогу. Основными правонарушениями на железнодорожном транспорте являются это обкидывание поездов несовершеннолетними, наложение посторонних предметов перед близко идущим поездом, а также проход детей, взрослых в неустановленном месте. Так, например, 27 марта этого года проходящий по станции Кунгур пассажирский поезд Благовещенск-Москва был обкидан камнями. В результате было разбито одно купе. Пассажиры тогда, к счастью, не пострадали. Кроме этого, по сообщению линейной полиции, дети часто укладывают на рельсы посторонние предметы. Спичечные коробки, монетки и даже деревянные шпалы. Также от рук юных вандалов страдают светофоры. Хочу напомнить родителям, что за данное правонарушение, совершенное вашими детьми, вы оплачиваете причиненный материальный ущерб, а ваши дети становятся на учет в отделе по делам несовершеннолетних. Первый юбилей. Сегодня свой день рождения отпраздновала Кунгурская детская поликлиника. В 2008 году она была реорганизована и стала самостоятельным учреждением. 16 апреля этого года исполнилось 5 лет с момента получения лицензии. В честь этого события сегодня в поликлинике праздничная программа. Главные гости – маленькие пациенты, а точнее медицинский персонал, который решил вспомнить детство и поменять белые халаты на бантики, игрушки и детские наряды. Топ, топ, ты не бойся их, всех халатов белых и не злых, нет на свете лучше и добрей. Если поликлиники врачей. Помимо ряженых гостей собрались и почетные гости из Кунгура и Перми. Для них также были подготовлены детские конкурсы. В свою очередь гости не скупились на теплые слова поздравлений и пожеланий. Сегодня ваше лечебное учреждение – это крупнейшая многопрофильная больница нашего города. Проявляя терпение и чуткость, отдавая знания и частичку души, вы помогаете маленьким кунгурякам победить недуги и сохранить свое здоровье.
Со стамеской и рашпилем по жизни. С этими инструментами кунгурский резчик по камню Николай Грехов не расстается ни на работе, ни в повседневной жизни. В начале апреля за занятие любимым делом умельцу присвоили почетное звание «Народный мастер Пермского края». А ведь путь к всеобщему признанию у Николая Максимовича занял без малого 40 лет. О том, с чего все начиналось и какие планы на будущее строит кунгурский мастер, узнавала Татьяна Андреева. Любовь к искусству у Николая Грехова с детства. Говорит, что сколько себя помнит, всегда любил рисовать и делать различные поделки. Поэтому в 60-х годах прошлого века он поступил и закончил Кунгурское художественное училище. После армии вернулся в родной город и устроился работать на кунгурскую керамику. Как все это в цехе, на потоке, резчиком. Но потом потихоньку как-то вот... Творчеством стал заниматься. В 1976 году под руководством Николая Грехова на кунгурской керамике была создана экспериментальная мастерская. В ней он стал вырезать эксклюзивные изделия под заказ. Кстати, этим занимается и по сей день. Говорит, что за все это время ему особенно запомнилось панно «Зимний пейзаж». Стоит добавить, новичку на создание такого шедевра понадобится не один месяц. Мастер Николай сделал его за 3 дня. Просто по рисунку уже подбираешь, по цвету. И плиточками выкладываешь, отгоняешь, все склеиваться, а потом уже резьбой обрабатываешь. О себе и о своих достижениях мастер говорит с неохотой и довольно скромно. Даже о своей последней награде почетный мастер Пермского края Николай отозвался так, заслужил за работу. Хотя его коллеги, которые проработали с ним не один десяток лет, считают иначе. Это талантливый мастер. Насколько был талантливый мастер, ему было так приятно с ним съездить. Для награждения были приглашены в Дом народного творчества город Пермь, где вручали ему диплом. Было очень радостно и счастливо, конечно, за него. И народный мастер – это то, что он заслужил на протяжении вот работы здесь, на этом предприятии. Ведь он никуда не уходил, через всей своей жизни всего себя отдал этому творчеству. На предприятии, где трудится Николай, сохранились некоторые его работы. Зайдя в небольшую комнату, мы увидели настоящий музей изделий из камня. Среди них одна из самых любимых у мастера – репка. Я чисто творчески начал работать по сказкам. Вот одна из них такая работа осталась. Первые. Свой успех Николай Грехов видит в постоянной работе. Его девиз по жизни – работай над собой и над своими руками. Сколько здесь? Если голова даже и... хорошо работает, и эскиз делаешь, а если опыта в руках нет, то его не притворить. Поэтому постоянно работа. Николай Максимович уже 3 года как на пенсии, но ходить на заслуженный отдых он не собирается. Да и куда там, если раньше на предприятии работало несколько десятков комнорезов, то сейчас их штат 7 человек. Поэтому Николай никуда не торопится. Покуда есть силы, он намерен работать. На благо города, да и для себя. Ведь без любимого дела Николай представить себя не может. Татьяна Андреева, Вячеслав Алексеев, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Далее смотрите прогноз погоды и рубрику «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните нам, наш телефон 23413 или оставляйте на сайте www.wtrk.kungur.ru. Всего доброго, до свидания. Этот город нравится чисто потому, что здесь очень много достопримечательностей. Глава города, он пытается что-то еще усовершенствовать, так как вот установили уже пуп земли, сколько мы здесь живем, вот этого человека с крыльями. Я была за границей, была, допустим, в Москве, и я бы с удовольствием осталась бы жить в нашем городе, ни за что бы не променяла наш Кунгур на другие города. Я из деревни Докшина приехала сюда, как бы с мамой в милицию, ходила сейчас сегодня в парк, немного голубей видела и много интересного. В магазине «Мировой инструмент» еще ниже цены, еще больше ассортимент. Садовая техника и электроинструмент ведущих брендов мира – «Штиль», «Хитачи», «Бош», «Макита», «Фиолен». Так, культиватор 4 лошадиных силы с шириной обработки до 50 сантиметров всего за 16 тысяч рублей. «Мировой инструмент». УАЗ с выгодой до 55 тысяч рублей. «ДАВ Авто».
представляем вам прогноз погоды на строительных рынках Прикамья. Как мы видим, на большей части нашего края идут осадки. В Кунгуре есть такой магазин, где всегда благоприятные условия. Центрострой. Мы делаем погоду в вашем доме. Теперь вы можете приобрести Toyota Camry от 969 тысяч рублей или в кредит по специальной программе Camry Garant от 5900 рублей. Не пропустите грандиозное лазерное супершоу, встреча с героями Диснея и волшебницами Винкс. Малышам до 4 лет вход бесплатный. Подарите детям праздник! Обувь Unichel. Погода изменчива, качество постоянное. Лето приходит в Unichel. Стройка, ремонт, перепланировка. Мы постоянно стремимся улучшить свою жизнь. Люди строили всегда, во все времена и в любых условиях. Строительные и отделочные материалы достойного качества по доступной цене. Компания «Сарко». Ремонт в удовольствие. Асфальтобетонный завод «Маховое» примет на постоянную работу. Оператора АБЗ, помощника оператора, начальника лаборатории. Телефон в Перми 211-09-02. ЗАО «Ферром» – дочернее предприятие крупнейшего в России магнитогорского металлургического комбината. Современное, высокотехнологичное производство. Мы занимаем лидирующие позиции в Пермском крае по объемам заготовки, отгрузки лома и отходов черных металлов. Производственные участки находятся в 10 городах Пермского края. Промышленные площадки, современная погрузочная техника. ЗАО «Ферром», город Кунгур, микрорайон 29, поселок Кирпичного завода 2. Телефон 8-902-47-66-607. В новом магазине на расхват на базе «Заря» одежда для всей семьи по самым доступным ценам. В магазине на расхват всем покупкам будешь рад. Телефон 3-99-47. Генеральный спонсор прогноза погоды – магазин «Центрострой». Внимание! Грандиозная распродажа ламината со скидкой до 20%. Прогноз погоды представляет негосударственный пенсионный фонд «Стратегия». Фонд с 20-летней историей. Какой бы ни была погода за окном, в наших квартирах всегда тепло и уютно. Квартиры в новом доме по улице Свободы, 130. Четверг, 18 апреля, в Кунгуре ожидается пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2, днем ожидается до 8 градусов выше 0. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Партнер рубрики «Прогноз погоды» – компания «Вебмастер». Только в компании «Вебмастер» всегда в наличии металлические и межкомнатные двери всех стандартных размеров. От эконом до премиум. Партнер рубрики «Прогноз погоды» – магазин «ГАЗ. Детали. Машин». Постоянным покупателям скидки действуют дисконтные карты. Телефон 3-12-11. Генеральный спонсор рубрики «Если завтра ремонт» – компания «Сарко». Весь апрель скидка на краску «Лакра» 4%. Одним из важнейших этапов ремонтных работ является подготовка поверхности к нанесению декоративного покрытия. Один из этапов подготовки зовется шпатлевание. Всем здравствуйте, с вами Дмитрий Язов и программа «Если завтра ремонт». Сегодня поговорим о классификации шпатлевок. Шпатлевки делят на две большие группы. Средства для грубого выравнивания и финишной шпатлевки. Первые нужны для предварительного выравнивания основания. Их накладывают более толстым слоем, чем финишные. Обычно 1,5-2,5 мм. Но не знаю, как у вас, а у строителей это считается уже толстым слоем, чем не ювелиры. Ну а второй вид служит для устранения трещин, царапин и прочих незначительных дефектов. В этом случае наносится тонкий слой. Толщина нанесения составляет не более 1 мм. Рекламный партнер рубрики «Если завтра ремонт» – надежная компания «Уралстройсервис». Опыт работы 13 лет, предусмотрены сезонные скидки.